Глава компании Apple Тим Кук рассказал в интервью газете «Телеграф», что фейковые или ложные новости – одна из главных проблем в современном мире. Однако он отметил, что популярность инфоповодов, вводящих в заблуждение – это временное явление. По словам Кука, для борьбы с фейковыми новостями правительствам всех стран необходимо помогать гражданам разбираться в недостоверной информации, начиная со школы. Он отметил, что на данный момент подобные инфоповоды могут серьезно повлиять на мир, особенно на избирательные кампании. Цитата. «К сожалению, мы живем в мире, где побеждают те, кто гонится за количеством кликов, а не говорит правду. Всем технологическим компаниям стоит создать инструменты, которые помогут бороться с фейковыми новостями. Нам необходимо сделать это и при этом не нарушить свободу слова и прессы», — сказал глава Apple. Кук заявил, что таким образом в конце концов победят надежные, правдивые и глубокие СМИ. По его мнению, недостоверные новости — кратковременное явление, потому что люди любят правду. Понятие фейковых новостей получило широкое распространение после выборов президента США в 2016 году. Одним из первых бороться с ложными инфоповодами начал глава Facebook Марк Цукерберг, который заявил, что компания не хотела бы быть арбитром истины. В начале февраля текущего года Facebook совместно с Google анонсировала программу по оценке достоверности новостей накануне выборов в Германии. История китайца, который провел вдалеке от своей родины почти всю жизнь, получила долгожданное завершение. Как пишет газета South China Morning Post, бывший китайский солдат Ван Ци провел в Индии 54 года, попав в плен в январе 1963-го. Он постоянно пытался добиться от властей разрешения вернуться домой, однако долгое время ему не давали установить контакт с китайской стороной и не выдавали официальных документов. Ван Ци служил геодезистом в армии на китайско-индийской границе. Цитата. «Однажды заблудившись, он плутал в лесу два дня, пока не натолкнулся на автомобиль с членами Индийского Красного Креста. Однако его не отправили обратно в Китай, как он ожидал, а доставили в индийский военный лагерь, где арестовали как военнопленного за незаконное проникновение на территорию чужого государства». Конец цитаты. Его обвинили в шпионаже и отправили в тюрьму, из которой Ван освободился в 1969 году. После его направили в специальную деревню, в которую индийские власти ссылали диссидентов и военнопленных. В 1979 году бывший геодезист женился на местной девушке и обзавелся семьей. Лишь в январе 2017 года подробный репортаж о солдате, более чем на полвека оторванном от своей родины, выпустил канал BBC. Общественный резонанс, который вызвала его история, все же заставил индийские власти разрешить Ван Ци выехать из страны. 10 февраля Ван Ци, которому уже 78 лет, вылетел в Китай, где встретился со своим старшим братом спустя 54 года. Несмотря на это, ветеран планирует вернуться обратно в Индию, чтобы провести остаток жизни со своими детьми и внуками. Актер Харрисон Форд едва не врезался в пассажирский авиалайнер, пилотируя личный самолет, сообщает телеканал NBC. Инцидент произошел в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния. Артист находился за штурвалом своего двухместного легкомоторного самолета марки «Хаски». Авиадиспетчеры дали указание сесть на взлетно-посадочную полосу, однако Форд начал заходить на посадку в другом направлении. В результате его самолет прошел прямо над Боингом 777, принадлежащим авиакомпании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа. Через несколько минут после инцидента борт благополучно взлетел. Цитата. «На записи переговоров Форда с диспетчерами слышно, как он спрашивает их, этот лайнер должен был оказаться подо мной. Те указали кинозвезде на ошибку, объяснив, что он нарушил правила безопасности Федерального управления гражданской авиации США», поясняет NBC. В ведомстве заявили, что диспетчеры дали пилоту правильные инструкции, которые тот неверно понял. Управление гражданской авиации начало расследование случившегося. Результатом может быть самый широкий спектр мер. От письменного предупреждения до лишения Форда лицензии пилота. Телеканал сообщает, что это не первый подобный инцидент с участием актера. В марте 2015 года легкомоторный коллекционный самолет времен Второй мировой войны, за штурвалом которого был Форд, разбился на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моника, штат Калифорния. Перед падением Форд сообщил об отказе двигателя. Актер получил травмы головы и в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. Очередное землетрясение произошло в центральной Италии, пережившей разрушительные подземные толчки в прошлом году и январе нынешнего, передает Евроньюз. В отличие от них, этот толчок не был сильным, магнитудой всего 3,8. Обошлось без жертв. В разрушенном стихии городе Акумоле устояли даже уже поврежденные дома. После землетрясения, произошедшего 24 августа, в результате которого погибли почти 300 человек и тысячи остались без крыши над головой, в центральной Италии действует чрезвычайное положение.